И было тяжело из-за того, кто ты есть, совсем, как я себя чувствую. Это имело свои... Я честно скажу, у меня никогда не было мысли о том, что я буду в каком-то срочном порядке покидать Россию, собирать всю свою жизнь в один чемодан, бежа в неизвестность. Но этот момент наступил 24 февраля, когда началась война. И жизнь каждого человека, не знаю, здравомыслящего человека в России, мысль сошлась на том, что мне делать дальше. When I left Russia, I felt here in France the big, big, huge hole in my soul, because I used to live with the pressure from outside, and it's like a habit. And I know how to live with that, but here, when I have some freedom, I just don't know what to do with that freedom. It's like, I just don't know what to do with that.